Все, летим в рек. Нет. Блин, какая у него фотосессия крайняя с вот этим брендом Chuck Muse? Офигенно, ты видел? Я не видел, нет. Собачка. I'm a savage. Smacker, booty and magic. Чат, у вас громко, да, орёт? Надо тише сделать? Через час те из вас, кто останется в живых, это чисто легенда ТикТока. Будут завидовать. Какие треки новые? Я не послушала. Да. Давай, давай это... Дорочка. Найдем звук какой-то, под который мы снимем. Под дорочку, вот под этот можно. Вот под этот? Давай его просто засейвлю. Вообще бывает, что... У меня такие, да. Блин, кто-то пишет тише, кто-то пишет громче. Что без звука? Интересно, у тебя даже тиктоки танцевальные уже появились. Да. Ну как-то потом надо? Потом надо выводить. Увести. Потом надо выводить. Ну видишь, этот тренд что-то много. Это угарный рек. Ну можно просто... Попробовать маску хочешь? Да. Ой, веселый такой. Я себя чувствую, вот это, знаешь, бабушка. Егор и Ирина, привет. Можете, пожалуйста, поздравить моего друга Максима. У него сегодня день рождения. Happy birthday to you. Когда я курю, не мешает, не позволительно. Мне нужно лишь качество, похуй на количество. Бро всегда заряжен, у него есть электричество. Он любит эти деньги, закончил экономически. Следим за... Yes, sir. Negative. Сейчас просто красивое лицо, да, будет тебе? Типа ля кража. Спорим там про Джеффри Даммера? Take it off. Нет? Yes, sir. Negative. Are you ugly? Он красивый, но мне кажется, или таких парней что-то духово в ТикТок. Нормальный камень. Где твои очки? Что ты надела? Посмотри, у тебя второй ТикТок станции. Да. Смотри-ка. Надо было снять такое же, танцор ученик, и я должен просто как мудак быть. Можем, можем сейчас под... А, это тот чувак. Да, он. И вот он как раз таки Джерси, тоже танцует прикольный дринчик. Сейчас, кстати, пошли уже треки Джерси на русском. Потихонечку. Обожаю их. Хорош, девица, блин. Она очень крутая. Вау. Жир, жир, жир. Прикольненько, да, придумали. Тише, вас плохо слышно? Нас плохо слышно? Вас не слышно? Как нас не слышно? Ой. А, я видел этих чуваков. Ну, это постанова, но прикольно. Прикольно будет. Ладно, это как избавиться. Лучше не смотреть такое. О! Это какой-то другой звук, кстати. Нет. Ну это ускоренная версия просто. Ну вот это я сзади.
Только я хуже еще буду двигаться. Here we go, let's touch gloves. Sign of respect. Come on, touch my glove. You fell for it, pussy fart. Oh. Here we go, let's touch gloves. Вот это. О, вот так надо снять. А, ну это не тот звук вообще. Какой-то мем с Охио постоянно, кстати говоря. Не видел? Постоянно пишет, чел точно, если какая-то фигня происходит, нормальный человек из Охио. И что это значит? Ну, это какой-то их там локальная история. Чат, что это значит? Кто шарит? Ага, я сори. Охио. Ну, Охио, ну что вы хотели? Да пофигу. Это штат. Ну, Огайо, понятно. Это вот, типа, Огайо? Это имеется в виду штат? Ну, вот то, что вот написано было, просто чуть вот. Да. Огайо, да. Ну, по-русски Огайо. Ну, то есть, видишь, какая-то фигня происходит, и типа, Типа, чувак, чисто Russian Scarlord. Вот это хорошо. Это очень сильно. Эй! Я так жду, когда клип выйдет. В общем, как выкатился. Ну, просто назвал. Вышел клип уже? Пиши, что вышел клип. Вот этот. Егор, на улице снег, идите гулять, хватит сидеть там. Это классно, да. Знаешь, мама моя зашла на стрим и записала. Да. Включите инстасамку! Вот зайдем к этому еще. Марк. Я ни за что в жизни не станцую. Нет, ну не вот так, я же тебе специально их скину. Я на легком покажу. Хотя бы вот до этого момента. Давай ученик-учитель. И я буду просто стоять и ничего не делать. Дальше идем. Вот мы с тобой сделали. Ты прямо станцевал, все. Все, погнали. Хей, поворачиваем голову в правую сторону, ручки здесь. Ручки не двигаются. Можно вот так вот делать, пожалуйста? Можно. Хей. 7, 8, пам. Дальше. Хей. То есть мы переходим с тобой правой ручкой, делаем 2 раза, левой 2 раза. Ты что так ебал? Что-то Джерси не выходит, блядь. Что с поваром? Ну, Егор! Давай! Хуяно, блядь! Моё лицо! Вообще жестко, ты вообще чувствуешь на Марсе? Просто 100 из 10. Егор, все, ты прям реально. Может, тебя оставить? Я, блядь, Джерси Клаб, нахуй, мне плевать. Разошелся с человеком, знаешь, что с ним стало? Слушай, я бы очень хотел танцевать, в этой жизни уметь. Во, как много людей занимались танцами, посмотри. Вот, но, к сожалению, мне для того, чтобы учиться, точнее, мне для того, чтобы танцевать, мне нужно просто это делать. А я немножко как много вас! Немножко коряшка.